Здравствуйте, дорогие друзья. С вами... Как болит голова. Что со мной? Черт. Я ничего не помню. Где я? Голова раскалывается. Я не помню, как попал сюда. Кто я? Черт, я вообще ничего не помню. Нужно найти кого-нибудь. Чувак, можешь заткнуться? С вами Казуку Фэмили. Мы начинаем игру Bloodline. Все присаживайтесь поудобнее. Я буду комментировать мало. Игрушка хоррор. Она сложная. Тут сложностей нету, стандарт. Я тут... просто будем проходить, а я пропечатаю команды, чтобы у нас не было проблем. И чтоб мы просто насладились, как говорится, сюжетом. Так что без этих. Без токсичных движений. Приглашайте друзей, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. А мы, в принципе, погнали. Так. У меня другой вопрос. А почему F? Но это же предмет, нет? Или мы пока не можем ничего подбирать? Что за дичь вообще? И чё тут? Шприц. Понятно, закрытая дверь. Здесь есть кто-нибудь? Ну, видимо, нет. Раз ты спрашиваешь. Миалостан. Я не знаю, что это. Лучше его пока не трогать. Ну не трогай. Почему у меня, блядь, сбилось управление? Ёбаный в рот. Господи, что здесь произошло? Какая-то жопа тут произошла. Мне нужно оружие. Так, я уже не помню, что нам делать. Здорово. Я такой крутой. Круче, чем... Так, подожди. Он скажет... Окоченевший труп. У него в руке отвертка. Так, по-моему, надо какое-то то ли действие прочитать. Так, по-моему... травмы головы. Это неудобно, ни хера. Так, подожди. Ну. Так, хорошо, аптечку ты взял. А что тебе еще брать надо? Понятно, нихера. Миалостан. Я не знаю, что это. Лучше его пока не трогать. А как о нем узнать? Подожди. Как об этом Миалостане узнать? Подожди.
Я понимаю, что книги для специалистов. Подожди-ка. А как об этом Милостане-то узнать? Окоченевший труп. У него в руке отвертка. Так, попробуем найти Миолостан. Ах, вот он. Миолостан используется для расслабления мышц. Это вещество расслабляет мышцы. Нужно сделать инъекцию трупу. Ну, давай. Да подожди, используй. Я сделал ему инъекцию Миолостана. Кажется, его мышцы расслабляются. Отверткой мы откроем дверь, да? Мне нужно оружие. И где взять нам это оружие? Вот. Да, подожди-ка. Херак. И у нас хотя бы теперь ножик есть, хуёжик. Так. Что, можно сразу сказать? А какой загрузиться? Храниться, а не загрузиться, ебланище. Так, ну. Сейчас подождем 1000 загрузок. Десять раз можно успеть кофе выпить, прежде чем дождаться загрузок, мать твою. Чатик можете пока активничать, пока идет загрузка. Загрузка. Выгрузка, блин. Наконец-то. Новая локейшн. Так. Шляпу спиздить нельзя. Книжку почитать нельзя. Что нельзя, блядь, сделать? Маленький ключ. Подобрал. Маленький ключ. Если видишь маленький ключ, это все хорошо, да. Так. Так, а какая от дальнейшей решетки? Да ну нафиг. Подожди. Поработать отверткой. Отвертка сломалась. Здравствуйте. Вы не могли бы сказать, где я нахожусь? Не волнуйтесь, я не сделаю вам ничего плохого.
крайней мере, что-нибудь полезное найдем. Лена, грань оптимизирована, просто обосраться. Так. А что тут у нас есть-то, собственно? Наконец-то настоящее оружие. С ним будет безопаснее. Может быть. Так, а что у нас в плане... Эвелин Хобби сошла с ума. Вечером знаменитая актриса Эвелин Хобби была доставлена в Блэк-Хилл. На премьере спектакля «Ричард III» в Театре Форда ведущая актриса перенесла нервный срыв и пыталась покончить жизнь самоубийством в своей гримерной. Актрису поручили заботам директора лечебницы доктора Брауна, который... Часть страницы отсутствует. Блэк-Хилл. Доктор Браун. Я слышал это раньше. Вот что значит коробка. И... Друзья, положите в черти. Еще 1000 загрузок. По-моему, здесь еще можно найти что-нибудь интересное. Это, например... Я что-то пропустил. Только вопрос, где? Подожди. Я нашел маленький ключ. Он может мне пригодиться. Так, я его нашел. А, да. Может, теперь можно свалить? Ой, блядь, сейчас. Так, наконец-то загрузка, мать твою. Чердак. Ну, чердак у нас закрыт. Так, хорошо. Это у нас первый этаж. Первый этаж. А то у нас... Не знаю, сколько раз считать загрузки, но они грузят где-то минут по 40, по 50. Так, погнали.
сестра Silent Hill. Здорово. Ты идешь? Я крут. Здрасте. Тоже очень приятно. Да. Ты сдохнешь, нет? Да, бутылка нам пригодится. Опять кто-то курил. Элвис Пресли. Потом психа Хичхоха. Так, подожди. Баночки, скляночки. Патрончики. И что это? Джунгли. Там крокодилы, львы, гориллы, там тебя ждут, ребятки, придут. Симулятор собирания банок. Почему нет? Зато банками можно что? Правильно, кидаться. Так, что? Да, подожди. Да закрой, мать. Я сам себя в банку кинул. Прекрасно. Понятно кто, ну да ладно. Так. Опля. Там, подожди. Это список пациентов. Кристиан Барнем, Билл Дайтон, Джим Карт. Джим Карт! Это же мое имя! Я вспомнил. Джим Карт. Запись номер P233. Если я найду больничные карточки, то смогу что-нибудь узнать о себе. Что-нибудь интересное. Где? Что я еще пропустил? А? Что в этом грёбаном месте я мог пропустить? Объясните мне кто-нибудь, а?
нас что, еще какие-то ключи есть или что? Даже ничего нахер нету. Подожди, отмычка. А где отмычка? Все, блядь, отмычек нету. Что нам делать? А чё я мог тут не добрать? Так прикол. По-моему, здесь еще можно найти что-нибудь интересное. Что? Что интересного я тут не нашел? А? Игрок задрот, блядь. Что я тут? Здесь? Это напильник. Он может мне пригодиться. Офигеть, я просто чемодан не осмотрел. Ладно, ждем. Yeah.
быстро мы тебя ушатали. По-моему, здесь еще можно найти что-нибудь интересное. Ага. Поиграем а-ля Postal, да? Ага. Браун. Кабинет доктора Брауна. Я должен туда попасть. Попадем. Решетка закрыта на замок. Здорово! Какой страшный. Опа! Опа! Может, сколько тебя использовать? Психопат. А, психопат. Психа, а именно психопат, да? Погнали, чё? Чё за крики? Здорово. Раз. Слишком обшмонать сарай. Воу, а что за фигня? Чё он так резко присел? Я не хочу на карты садиться, еще рано. В тюрьму садиться на карты. Так, о. Мистер... Я в кабинете доктора Брауна. Мистер Браун. Что вы тут храните, мистер Браун, а? Ничего. Где? Угу, это часть бедренной кости. Так, внутри кости спрятан небольшой листок бумаги. И что там? А там пароль. Ну. Здесь есть какие-то цифры. 0, 7, 1 и 2. Научные книги. Я что-то закрыл, я открыть хотел. Ладно. Так. Здесь есть небольшое отверстие. Да-да-да, мы подобрали маленький ключ. Давай. Ну. Так, что тут у нас? Твою мать. Ты подберешь. Так, что тут у нас? Книга какая-то очередная. Вот тут все вроде восклицательных знаков больше нет. Вот. Восклицательный знак остался только тут. Так, подожди-ка. Баночки. Патрончики. И... куда ты метательные ножи дел? Подожди. Чё ты троишь-то, подожди-ка. Отвисни! Отвисни, игра, мать твою. Так.
Так, ну чё, смотрим мультики. Подожди. Что делает здесь немецкий доктор? Кажется, это лаборатория времен Второй мировой войны. Да. Ну, как обычно, опыт, и что сказать. Так, подожди. Что-то здесь, восклицательный знак, да? Восклицательный знак. А, подожди, вспомнил. Вот. Сейф. Открывай. Кажется, код сработал. Какая удача. Здесь есть амулет, ключ, патроны и блокнот. Так, блокнот, по-моему, зашифрован, да? Да. Ладно, валим, короче, назад. Назад. Чего? Еще что-то? А что? А что еще тут пропустило? Подожди. Не понял. С той стороны что-то не обшмонали, да? Опа-на. Точно. Так, а что это такое у нас? Подожди-ка. Запись номер B233. То, что нужно. Джим Карт. Диагноз. Патологическая депрессивная шизофрения. Примечание. Доктор Браун. Пациент должен находиться под постоянным наблюдением. Необходима изоляция других больных. Опасен для окружающих. Лечение. Внутривенные инъекции успокоительного препарата Е62. Да начнется эпик. Да начнется эпик. Дорогие дамы и господа. Так. Эпик. Так, тут все раз. Дергано. Ага. Занимаемся областью, да? Для шутки каком-то. Черт!
Черт! Я чуть не умер от страха. Что это за странная музыка? Лучше ее выключить. Ага, вызывайте чуваков. Музыка громче, глаза открыты. Бой. Я вспоминаю фильм «Черная весна». Дуэльные пистолеты для вас, сучки. Е-бой. Так, подожди. У какой-то медсестры будет лежать это. Так, подожди. Книжечки. Во. Заколка. Она может мне пригодиться. Да, да, да. Окей. О. Ты плохая девочка. Нельзя нападать так внезапно. Так, подожди, это что такое? Первоначальные какие-то книги, ладно. Заколка. Вот так. Я же говорил, что она мне еще пригодится. Да не радуйся ты раньше времени, мужик. Все у тебя пригодится. Так, подожди. А где у нас была закрытая дверь? Да, подожди, а мы чё, ключи типа взяли от другого кабинета, что ли? Тут типа делать уже нечего, да? Твою мать. Я уже запутался в этих выражениях. О! Ладно. Так, а от чего мы ключи взяли? Связка ключей. Непонятно от чего, да? Блин. Ладно. Да, капец, тут очень долго все грузит. Так, мистер Браун, опять загрузки.
Да, загрузки тут, конечно, долго происходят. Кошмар с этими загрузками, просто жопа. Ждешь по 3 часа. Хотя нет, тут быстрее оказалось. Такой, мать. Серьезно, нам на лифте надо будет или чё? Это подвал. Лифт, по-моему, не работает нихера. Да? Это мы вернулись к первому этажу? Серьезно? Ладно. Я уже обрадовался, думал свалить отсюда уже. Ха. Ну ладно, и чё. Получается, остается только подвал. В смысле, закрыта дверь, подожди. Да, долго грузит игра, конечно, очень долго, кошмар. Очень долго грузит. Так. Она почаще сохраняться, а то мало ли. Игра-то древняя. Так. Кто это был? Странно, что он не попытался убить меня. Ага. Странности на каждом шагу. По факту. Так вот где он прячется. Наверное, он меня боится. Только ненароком. Офигеешь. Так. Понятно, дверь закрыта. Выход нам еще рановато. Так. Интересно.
Дверь без ручки мы нашли. Поле. Так. И чё, всё? Подожди-ка. Во. Ещё что-то нашли. Так, отлично. Бутылки собираем, забираем. Так, по факту. Чёрт! Так. Сначала нужно выключить пар. Выключай. Мы молодцы. Я собрал клоуна. Хорошо, что ты клоуна собрал. А не клоуна собрал тебя. Спички. Они мне еще пригодятся, если останутся. Тогда он расскажет мне что-нибудь. Я принес тебе игрушку. Я положу ее на пол и уйду. Будь хорошим мальчиком и открой мне дверь. Моя! 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 Да. Он живет в собственном мире. Меня он даже не видит. Бывает, что это все-таки психушка, а не просто что-то там. Так, кто-то делал здесь горючие смеси. Если я не ошибаюсь, это коктейль Молотова. Хорошо, что я знаю, как его делать. Ну, красавчик, чё. Значит, мы все взяли, что могли, да? Так, а... У нас спички, это понятно, этот ключ от прозекторской, да? Бля, а что нам дальше делать, я уже не помню, нихера. Так, а та комната, где та комната может быть? Так, подожди. Дверь без ручки. Напильник, что ли? Нет. Подожди, может это и есть прозекторская? Подожди секунду, сейчас. Ну? И? Твою мать. В смысле нет? А как эта дверь открывается, если она какая там, автоматическая или не автоматическая? Кто?
Подожди, а мы все взяли? Что-то я не помню, что делать дальше. Спички, это понятно, поджечь, но спички, по-моему, пригодятся потом. Так, подожди. Скажешь, что-то еще нужно, да? Нет. А, это и была прозектор, сказать. Фу ты, му ты, блин. Фу. Да. Секунду. Отойти. Да, запертая дверь. Окей. Ага. Нам нужно убрать пар. Ага, вот и ручка, которая нахер нужна, да? Так, я что-то прикола не понимаю. А. Понятно. Да. Здорово, братюня. Да твою мать, еще один. Забрать решил отомстить, да, сучка? Такая, да? А. Отвертку подобрать нельзя, да? Так. Нужно ручку нам обратно нормально сделать. Так, ручка. Давай. Не понял.
теперь ручка в порядке. Ручка-то в порядке. Я все понял по плану. Она сломалась. Бывает, чё. Зажигание включено. Если я смогу открыть ворота, можно будет уехать. Да, чувак, как я тебя прекрасно понимаю. То есть, понятно, свалить нужно будет с машины, да? Но не сейчас, да? Да. Ну ладно. Погнали. Твою же мать. Мужики, свалите нахер. Так, подожди, а фар же убирается с этого винтеля. Yes, of course. Куда-то пошел, не сюда. Сюда. Да. Вот и умер дед Максим. И остался... Чего? Закрыто? Почему? Подожди, а та... Ключ мы еще не использовали, да? А вот теперь использовали. Так, сейчас будет, по-моему, долгий разговор с этим придурком. Ну да. Так, так, так. Кто вы такой? Не подходите ко мне. Успокойся, Джин, все будет хорошо. Поверь мне, я же твой доктор, в конце концов. Ты уже забыл? Я вас не знаю. Меня зовут доктор Браун. Доктор Браун, я не один из ваших пациентов, доктор. Вы ошибаетесь. Этого не может быть. Но это действительно так. Убери свое оружие. Ни за что. Только попробуйте подойти ко мне. Мне не нужно ничего делать, Джим. Я все равно получу то, что хочу. Почему вы так в этом уверены? Потому что я знаю тебя, Джим Карт. Ты ведь уже узнал, что тебя зовут именно так. Это не ваше дело. Мое, Джим. Ты один из нас, твое место здесь. Ты не должен убегать отсюда, тебе некуда бежать. Это твой дом. Я хочу убраться отсюда немедленно. Сожалею, я не могу этого позволить. Ты должен понять, что зашел уже слишком далеко. Дальше некуда. Будет проще, если ты согласишься со мной. Я очень многого не понимаю. Спроси меня. Ты увидишь, что я твоя единственная надежда. Эти твари вокруг меня. Почему они здесь? Твари? Ты говоришь о медсестрах и пациентах? Не притворяйтесь, доктор. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Они здесь повсюду. Нет, не знаю. Расскажи мне. Живые мертвецы. Откуда они взялись? Я думал, что такого не бывает. Я никогда не верил тем сказочкам о нежити, которые годятся только для детей. Но нет. Вот они. Ходят и убивают всех, кого встретят. Мой мозг отказывается это понимать. Я понимаю тебя, Джим. Твои галлюцинации сильнее тебя. Нет, перестаньте, доктор. Я отлично знаю, что это не галлюцинации. Они были порождены твоим подсознанием, чтобы оправдать те преступления, которые ты совершил. Такое бывает. Я могу помочь тебе, согласен ты с этим или нет. Тебе решать. Я ничего не выдумываю, доктор. После того, как я очнулся, я видел лишь смерть, ходящую по коридору. И она до сих пор здесь. Она ждет своего часа. Когда вы увидите этих мертвецов, вы вспомните мои слова.
позволь мне задать тебе вопрос. Как ты думаешь, почему же я до сих пор жив? Если то, что ты говоришь, правда, то я уже давно должен быть мертв, разве не так? Может быть, вы уже мертвы. Я не верю вам, доктор. А что, если вы один из них? По-вашему, здесь нет никакой логики? Ты ничего не знаешь о логике, друг мой. Абсолютно ничего. Почему это я должен быть на стороне мертвецов? Зачем это мне нужно? Это ты воплощение зла, демон убийства. Положи свое оружие и посмотри в зеркало. Хороший маневр, доктор Браун, но со мной это не пройдет. Я найду другое решение. Я не буду просто стоять и ждать. Вы знаете, что я был в вашем кабинете, доктор Браун? Этого не может быть. Он же закрыт. Теперь-то ты понимаешь, что все это лишь твои галлюцинации. Будет гораздо хуже, если ты продолжишь настаивать на своем. Галлюцинации? А как насчет тех вещей, что хранились в вашем сейфе? А что вы скажете об этом документе, который вы так бережно положили между амулетом и ключом от прозекторской? Он представляет какую-то ценность, раз вы его так тщательно оберегаете. Ты открыл мой сейф? Ты идиот! Сейчас же верни мои вещи, иначе тебе не поздоровится. Почему они так важны для вас? В этих бумагах говорится о чем-то, что вы хотели бы скрыть. Я не понимаю химических формул. Это что, новое лекарство для пациентов? Или что-нибудь похуже? Не твоего ума дело, дурак. Положи их на стол или... Или... Хорошо, как поживаешь. Ты говоришь, что все, что с тобой происходит, не является галлюцинацией. А что, если я сейчас, скажем, отключу все холодильники, и тела, которые в них находятся, оживут? Вы этого не сделаете, если вам еще жизнь не надоела. Они же убьют нас обоих. Нет, Джим, они убьют только тебя. Оставайся здесь, а я вернусь позже и заберу свои вещи. Блять, открывай ее нахер. Понятно. Ничего нахер нету. Ни тут, ни там. Целый хер напополам. Так, подожди. Ну. Понятно, одна пустотятина, да? Это дверь доктора, да? Да, подожди-ка, а у нас связка ключей все уже, кирдык. Херовенько. Пошел жопа, мана. Да.
наконец-то загрузилась. Так, подожди, а я... Отличная куча лохмотьев. Они будут лучше гореть, если я оболью их чем-нибудь горючим. Так, теперь они пропитаны гудроном. Так, подожди, прежде чем зажигать, это та самая решетка? Да? Без ручки, которая была, да? Окей. Так. Контейнер нужно передвинуть еще дальше. Давай, двигай. Хорошее место для баррикады. Гори, гори, оно ясно. И готово. Ну, готово, это хорошо, что готово. Загрузка завершилась. Отлично. Зарядов нету, да? Да. Понятно, что мы пройдем так. А что там закрыто, что ли? Подожди. Вот здесь. Не получается. Здесь закрыто. Ясен. Ясен красен, что там закрыто, да? Стоп, ну что, может, больно? Что делать? Who is here? Motherfucker. Что тут делать?
кто-нибудь объяснит? Неужели нужно брать ведро? Нет? Да, музыка еще приятненько играть. Да, нужно было всего лишь толкнуть хорошенько. Для чего нам нужна огнеупорная перчатка? Мы ее подобрали? Ага, понятно, это переход. Ну, перчатка же нам здесь нужна, правильно? Так, сколько мы там уже по времени? Ладно, сейчас. Там. Да. Свалились, двоих. По-моему, здесь еще можно найти что-нибудь интересное. Серьезно? Что ты предлагаешь мне тут находить? Интересно. Где-то тут даже долго ничего подобрать не было. Подожди, там где мы сожгли чувака, что ли? Или нет? Мужик, это жопа, мы тебя не звали, блядь. Так, подожди. Чё за... Ты что, ложишь? Не правда. Лопату брать, что ли, вопрос? По-моему, если мне логика не отшибает, нужна лопата. Лопатой брать вместе с перчатками. Только вопрос в другом, а где лежат самые лопаты, а? Да. Подожди, прежде чем выходить, нам нужно найти лопату. Правильно? Он не наводится на лопату, вопрос. Он же
дом. А почему восклицательный знак именно здесь? А? То есть вы издеваетесь, что ли? Где-то видел их. Ты мне хочешь сказать, что из-за часов я не пошел дальше? Серьезно? Вы издеваетесь? Вы перили? Так. Опа-на. Нифига тут движухи. Короче, мы оказались на какой-то то ли улице, то ли чё. Так, где там? Двор лечебницы. Вот. Так. Ну, в общем, ребята... Я думаю, мы на этом остановимся сегодня. Всем спасибо за внимание. С вами был Казуко Фэмили. Вот такой вот необычный хоррор у нас на канале. Bloodline Кровавая Линия. Вот. А всем спасибо, что смотрели. Всем спасибо за лайки. Приглашайте друзей. Не забывайте про репосты, про колокольчик. Ну а всем до скорого. С вами был Казуко Фэмили. Всем спасибо за внимание. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.